Украина распадается. Они создают голограмму с лицом Байдена в унитазе. И это самая главная проблема России. Владимир Владимирович так аккуратно сказал. Привет, друзья, я Григорий Герман. Из всех алхимических ингредиентов, из которых пропагандоны по кремлевским и геббельсовским рецептам варят современную российскую телевизионную и не только реальность, самым важным, наверное, является так называемая божья роса. О, ребятушки, средневековые алхимики, которые пытались сгенерить философский камень, были на самом деле, даже с точки зрения идеологии процесса, безыскусными, наивными и недалекими почкунами. Ну что это такое? Ну создать фиговину, которая бы превращала любой металл в золото. Ну глупость какая-то, бессмыслица. А вот божья роса – это совсем другое дело. Божья роса – это уникальный ингредиент, как говорят, на основе урины, которым умельцы заливают глаза народонаселения. И это самое народонаселение начинает видеть то, чего нет, но то, что им надо увидеть. И в этом состоянии народ и сам золото принесет, и алхимика на руках носить будет, и вообще будет готов на любые, даже самые самоубийственные поступки. С первого своего пришествия в главный кабинет России Путин ВВ поставил задачу своим верным медиа-алхимикам наладить круглосуточное промышленное производство ингредиента «Божья роса». Алхимики отдали под козырек, составили бюджет, призвали рабочих ртом и приступили к разработкам и производству. И, надо сказать, добились в этом феноменальных результатов. По итогу сейчас божья росоделательная индустрия в Останкино производит божью росу самой разнообразной номенклатуры. От чистой, как слеза ребенка, ректификованной божьей росы с минимальным послевкусием мочевины, до вариантов попроще для потребителей поглубиннее, покандовее божья роса сивушного типа, с ароматом мокрых тряпок, сбивающим с ног. И сегодня мы с соблюдением всех мер безопасности соответствующего расстояния и с использованием костюмов химзащиты NBC, натовского стандарта, рассмотрим самые разные варианты божьей росы, которыми на прошлой неделе останкинские алхимики заливали глаза глубинного зрителя федеральных каналов. Тут божья роса с привкусом апельсинов, розовых лепестков и турецких помидор от Аббаса Джумы. Трушкин с божьей росой на основе крысиных хвостов. Старый русский рецепт. Классический рецепт из закромов идеологического отдела ЦК. Изысканная божья роса от Соловьева для ценителей богатого вкуса и знатоков останкинского терруара. И, наконец, самогон от известной дистиллерии божьей росы Скобеева и Муженек. Пропускать всю эту продукцию через хроматограф и прочее мудреное научное штуки, ведь, ребят, ну не пробовать же прямо, вот ведь ее, да, право слово. Мы будем вместе с Борисом Тизенгаузеном, а все вместе это лучшая пропагандистская пятерка. Поехали! На пятом месте нашего рейтинга производитель и разработчик божьей росы из стран... Откуда там Джума, да? Из Сирии? О, прекрасная страна, где силами клана Асадов еще с 71 года божьей росой регулярно увлажняют глазные яблоки сирийцев. Причем там эта роса чистая, как бы это сказать, односолодовая. Вот, не купаж. Потому что божья роса — это продукт жизнедеятельности Бога. А Бог в Сирии кто? Сначала был Хафиз, его даже официально называли просветленный, а потом по праву рождения и после изгнания дяди и удивительно удобной смерти старшего брата, богом стал его сын Башар Асад. В России ближневосточная божья роса, особенно которую выдает в глаза зрителям обитатель нашего пятого места, Аббас Джуа, очень ценится. Ну, вот это вот все, на что ведутся мани в средней полосе, да, вот эти уголовные глаза, бородка, курчавый волос, очки для умного взгляда, а самое главное, сладкие речи с легкой перчинкой. В общем, на пятом месте у нас божья роса с арабским колоритом, точнее, в данном случае с турецким. Я не согласен с Алексеем относительно того, что он сидит, Эрдоган сидит на стуле национального интереса. Он сидит не на стуле, а на троне своего собственного интереса. И это самая главная проблема России. Он все завязал на себя. И я сегодня смотрю на политическую обстановку в Турции и действительно констатирую, что если не Эрдоган, то для России хорошо, все остальное скажите еще тогда хуже. Вот. И как же так, блин, случилось, что если не Эрдоган, который не сахар, не мед и не пахлава для России, да, то все остальные еще хуже. Что же произошло? Что же пошло не так? Вот очень, очень важный и хороший момент ты показал мне сейчас. То есть, когда в России начинают обвинять всех вокруг,
в том числе и союзников своих, во всех бедах. То есть там у них бобры плотину грызут, Казахстан неправильно воду сбрасывает, тут у них Эрдоган что-то не то делает. Если не он, то кто? Вот когда происходят такие моменты? Когда кое-кто обделался и пытается эту вину свалить на всех вокруг. А это значит, что все идет не так радужно и не так приятно, как хотелось бы. Поэтому это супер. Вот эти полезные идиоты, они для чего нужны? Которые говорят, что Казахстан вымышленная страна, Грузия вымышленная. Для того, чтобы мы это все взяли и транслировали тем, кто до сих пор обольщается, что в мире и дружбе с Россией нужно жить, помогать России обходить санкции. Помогайте, помогайте. У России будет достаточно денег, когда она зубы об Украину обломает, к вам прийти и сказать: ну вот, если не Токаев, то кто? Если не там грузинская мечта, то кто? Да. Вот и все. Поэтому это прекрасный момент, который показывает, что внутри России уже ищут крайних везде, в том числе и во внешней политике. Еще этот момент показателен тем, что он очень иллюстративен с точки зрения того, насколько верные друзья у России, насколько верные союзники. Эрдоган в принципе даже и изначально не был прям таким вот, знаешь, уже вот совсем прорусским, да, потому что он с одной стороны продавал в Россию помидоры и помогал им зерновой коридор поддерживать, а с другой стороны продавал в Украину снаряды, бронетехнику и так далее и тому подобное. Ну и завод Байрактаров тоже здесь, чай не Пушкин строит, да, а именно Эрдоган. Но, в принципе, эта история очень показательна. Ребята, у России нет союзников. У России есть временные попутчики. Единственный, даже им, это тоже временный попутчик России. Я уже не говорю о Китае, который даже попутчиком себя не считает, а так, пользует Россиюшку, пока есть возможность. А там видно будет. Да, Россия — это источник быстрого и хорошего заработка. То есть, да, есть те, кому сейчас выгодно с Россией работать, сотрудничать. Но союзников, конечно, Китай надо будет, придаст и отхапает весь Дальний Восток, который, они уже давно говорят, что он исторически, это китайские земли, на секундочку. Да. И вот карту Си Цзиньпину принесет какой-то ученый, и все случится. Карты-то уже нарисованы, уже опубликованы, уже, как это, матрасик-то постелен, уже соломка-то подстелена уже. Так что, по большому счету, в принципе, единственное, что удерживает Китай от телодвижения по поводу захапывания новых российских территорий, причем без какой-либо борьбы, потому что все, что может бороться, сейчас дохнет под Часовьяром и в Украине, да? Единственное, что его удерживает, это то, что что-то там у России еще из ресурсов осталось, что можно по дешевке хапнуть. Да, так-то они заберут полностью себе, и даже не по дешевке. Сдерживает только ядерное оружие. И все. Да, вот России нужно понимать, что вся ее сила только в ядерном. Ни в армии, ни в людях, ни в технологиях, ни в чем. Просто в старых ядерных ракетах, которые лежат где-то там в шахтах. Вот и все. Вот ваша сила, Кощеева игла. Просто валяются. Не лежат, а валяются в каких-то шахтах. На четвертом месте нашего рейтинга лучшая пропагандистская пятерка. Наверное, самый молодцеватый пропагандонский алхимик, который вместе с таким же, но старым пропагандонским алхимиком производит просто тонны божьей росы, приправленной искусственным заменителем дискуссии, идентичным натуральным. Но таким дешевым заменителем и сильным химозным ароматом. Фирма-производитель называется «Артель Божьей Росы» Норкина и Трушкина, а народу она известна под торговой маркой «Место встречи». У них там широкая такая продуктовая линейка божьих рос с ароматом дискуссии, перебивающий характерный для Божьей Росы аммиачный штым. В сегодняшнем топе Божья Роса старорусская, настоянная на крысиных хвостах. Потому что издревле на Руси повелось, как что-то ценное на складах исчезает по воле кладовщиков разной степени начальственности, так сразу кто виноват? Правильно, крысы, мыши, суслики, в зависимости от региона. Традиционно грызуны очень вовремя уничтожают запасы формы для мобилизованных. Стратегические запасы продовольствия могут погрызть даже курс рубля. Вот в данном случае погрызли дамбу.
Не, это не Трушкин придумал, конечно, но он эту версию так бодро и с улыбочкой бронзбой там направил в лицо зрителям своего шоу, что вот грех такому не дать место в рейтинге. Вот за прорыв этой дамбы есть версия, что ответственны не люди, а грызуны. Версию об этом, что именно грызуны проели отверстие в сооружении, озвучил директор компании «Спецстрой», зовут его Сергей Комаров. Эта компания занималась строительством дамбы в 2010 году. Он заявил, что посмотрел видеосъемки ЧП и пришел к выводу, что причиной стал не человеческий фактор, а вот именно животные. И даже, мол, 2-3-сантиметровых норок хватило бы, чтобы дамба не выдержала напора воды. Да. Я даже знаю этих грызунов. Конкретно самого главного грызуна зовут Путин. Дальше чуть под ним такой толстый грызун Мишустин. Ну а дальше уже грызуны поменьше, которые роют норки 2-3 сантиметра. Да-да, крысы, которые бюджеты пилят, вот кто грызуны. Да. Но я, честно говоря, сначала думал, что это какой-то фейк. Я тоже. Потом нашел это видео. И там даже российские вот эти в студии сидящие ведущие, они просто не поняли, когда этот строитель, напомню, 1 миллиард рублей потрачен на дамбу, она свеженькая, 2010 или 2011 года, ну то есть как бы... Для дамбы 14 лет, это вообще муха не познала радости любви. Совершенно верно, но оказались там мыши вон какие, то есть просто 2-сантиметровая нора мышиная, снесла дамбу и затопила Орск, там Орск выше Горск, да, еще города продолжают затапливать другие. Ну, то есть это какая-то такая типично российская, как это, сказка, что ли, не сказка, не знаю, тема. Ну, кто, мыши, да, ну, где, что с Курском? Она утонула, подводная лодка. В общем, тут даже, мне кажется, сами россияне... у них сложности возникают, потому что они выходят на протесты, говорят, вы нам мало платите, а там на самом деле действительно какие-то копейки платят тем, у кого дома затопили, и кричат: «Путин, помоги!» То есть, понимаешь, они думают, что Путин, он просто не видел, он же за крысами не следит за этим. Но когда он повернет свой взор, как это Сауронова око, в их сторону, оно осветит все вперед и сразу всех накажет и все дома вернет. То есть они думают, что вся вот эта вертикаль, она отдельно от Путина работает. И Путин это все очень грамотно проложил в их мозги. Они это будут орут на губернатора, на мэра, на кого угодно орут. Но Путин, для понимания, даже не приехал туда. ЧП масштаба всей страны. Для нас, кстати, вот сейчас мы же любим с тобой быть уголок юного циника, может, не очень юного уже. Для нас это прекрасная новость. Чем больше вы бабла будете на ликвидацию последствий, чем больше у вас недовольных будет, чем больше у вас там размоет скотомогильников, еще чего-то. Короче, вам нужно огромное количество денег сейчас вынуть будет из бюджета и на ликвидацию отправить. Это значит, что эти деньги не пойдут на войну. Или же они туда не пойдут. Поэтому куда не пойдут? На резиновых лодках плавать. Ответ же очевиден, Боречка. Ответ же, ты будешь меньше кушать. Классическая ситуация из анекдота. Папа пить меньше не будет. Путин меньше воевать не будет. Поэтому вы дамбу будете засыпать. Опять же таки, из местного бюджета. Еще 1 миллиард туда. Но это из местного бюджета. Это не из государственного будет деньги направлены. Да, зато теперь рис там можно выращивать на огромной территории, получается. Китайцы будут счастливы, кстати. Да, учитывая, что там смыло Тоцкий полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия еще в Советском Союзе, да, то рис будет получаться такой, типа, арбузного типа, наверное, какой-то мутировавший такая, каждая рисинка вот такого вот размера. Но вам-то, собственно говоря, не привыкать. Там есть еще один любопытный аспект во всей этой истории, и он очень-очень показательный, потому что вторая версия, которую озвучивали в этой же программе, я просто не взял этот кусок, в том, что дамба-то рухнула, потому что местные жители из нее землю брали для своих огородов. Вот кто на самом деле виноват. То есть, смотрите, получается, что виноваты по всем версиям либо мыши, либо люди. Все. Либо Казахстан.
Либо Казахстан, да, либо Украина. Кстати, надо еще плохо поискали украинский след. Наверняка там где-то в промоине найдется либо визитка Яроша, либо шеврон Азова. Вот 100% что-то должно подобное произойти. То есть виноваты все вокруг. Все, кроме действующей власти. Причем во всем ее многообразии. От низов до верхов. А виноват, по большому счету, на самом деле, тот, кто выстраивал эту систему в автократическом государстве. Скажите, дети, как его зовут? Пум, барабарабапапам, и дальше ло, барабарабапапам, и так далее. Вот когда до этого дойдет у россиян, то тогда, может быть, у них и в жизни что-то поменяется. И дамбы будут меньше рваться. На третьем месте Виталий Третьяков, один из наших любимых останкинских алхимиков, которого учили замешивать божью росу еще в таком профильном и специализированном заведении, как Агентство печати новости. Это была такая советская фабрика божьей росы, работавшая прям вот по ГОСТам, да еще и на экспорт. А ГОСТы на божью росу в СССР были ого-го какими качественными, да? Проверенные десятилетиями, отработанные и опробованные на миллионах, прям как советский пломбир, по которому плачут никогда не пробовавшие его молодые россияне. Они не пробовали, конечно, но им старшие с придыханием рассказывали, как это было вкусно. На самом деле нет. Вот сейчас вот отведайте, граждане-россиянчики, божьей росы по советским ГОСТам. Одним из главных ингредиентов советской божьей росы, настоянной на полном собрании сочинений Ленина, была так называемая зеркалочка, когда идеологический противник обвинялся в том, что буйным цветом цвело в самом СССР. Бесправие граждан, милитаризм, всеобщая нищета. Ну вот, когда корреспондент, которого непростая судьба журналиста-международника занесла в Нью-Йорк, выбирал какую-то трущобу и снимал на ее фоне проговорку о том, как плохо живется простым работягам США. О том, что у американских рабочих на кухнях стояли холодильники, у всех, а не один общий на коммуналку. И что робы они стирали в стиральных машинах, а не с помощью вот этой волнистой доски. Корреспондент, конечно же, умалчивал. Что я вам рассказываю? Вот яркий же образец такой божьей росы от Третьякова. Открывайте пошире глаза, жители страны, в которой, к мнению граждан, власть прислушивается. Интересно, а каким именно местом она прислушивается? Вот разбирается она в тонкостях украинской жизни, еще в тонкостях европейской жизни. Я скажу только одно. Современная Европа под названием Евросоюз и НАТО с причиндалами там разными, это то же самое, в принципе, что Украина. Украина распадается по той же схеме, из-за той же глупости, из-за той же жадности, из-за отсутствия нормального управления в пользу людей, которые живут, из-за того, что бюрократия, в одном случае киевская, под названием офис президента, или как там, а во втором случае брюссельская, пренебрегает настоящими интересами людей, которые живут на этой территории. Они друг друга копили, потому они так и слились в экстазе. И смотрят на все это дело жители Орска, Оренбурга, которых заливает, говорят, ну да, у нас-то совсем все по-другому, у нас-то власть народ слышит, да, конечно же. Да, интересно, конечно. Вот понятно, почему мы говорим про Россию, потому что на нас Россия напала. Я, кстати, вспоминаю довоенные ток-шоу, в том числе программы. Мы вообще Россию, ну, нам не интересно было. Нам интересно было, куда двигается Украина, там, перспективы вступления в Евросоюз. Но это были основные ключевые темы у нас. Плюс внутренние, конечно, мы обсуждали, у нас были батлы, битвы. В России это невозможно, там некому ни с кем биться. То есть там всех либо убили, кто там хоть что-то говорил, уничтожили, либо все просто сидят, вот как этот Норкин, кто там еще, Симоньян, Скобеева. Все сидят и просто облизывают Путина. Все, вот это главное различие. Да. А плюс они постоянно обсуждают, как нужно править в Украине. Вот как киевский режим неправильно правит, не соблюдает интересы, при этом постреливая по ночам баллистикой и крылатыми ракетами сюда же, в тот же Харьков, который говорит, одурманены киевским режимом, там люди и этого хотят. Поэтому на тебе, Харьков, 8 баллистических ракет, на тебе, Одесса. Нет логики, это чистая пропаганда. Она бронзбойтная. Она практически линейная. Задача такой пропаганды – просто тупо врать вот так в лицо. И когда все это делают одновременно,
или же ставят какого-то оппонента условно проукраинского, но который выглядит абсолютным дебилом, потому что его по сценарию такие делают. В общем, вот и все российское ТВ. Но они лезут. То есть, понимаешь, хорошо, сидите у себя там, в Орске или в России в целом. Сидите и не лезьте к другим. Просто нет, мы расскажем, оно там будет в Латвии, в Эстонии орать. Его депортируют. Слава богу, наконец-то прозрела Европа. И я благодарен тем нашим коллегам эстонским из Латвии и Литвы, которые наконец-то додумались эти все старые консервы, и не только старые, повыкидывать просто из своей страны. И опять же таки, знаешь, вот если вернуться к сути того, во-первых, спасибо большое, что наконец-то присоединили нас к Европейскому Союзу и к НАТО, где нам, собственно говоря, и место, объединив их, пусть даже вот так вот, иллюзорно, но тем не менее в одну конструкцию, так оно есть и так оно и будет в дальнейшем. Не жителям страны, президент, который по глупости начал войну, самую большую войну, начиная с середины прошлого века, и ведет ее сейчас мясными штурмами, потому что ничем другим не получается. Не жителям страны, ВПК, которая сейчас занимает лидирующее место, как в Советском Союзе, при этом высасывая и деньги, и рабочую силу из других отраслей. И не жителям страны, которые вообще в своей стране не решают, и которых власть не то что не слышит, а показательно игнорирует, начиная с ЖКХ, заканчивая дамбами, дорогами, уровнем жизни, экологией, жильем и так далее. То вот так вот не жителям этой страны говорит, что кого-то где-то в каких-то странах власть не слышит. Потому что, ребята, ну, вы являетесь на самом деле палату мер и весов, эталоном страны, в которой власть не слышит своих граждан. Так, переходим к медалистам и производителям элиточки, то есть божьей росы высшего качества. Это чрезвычайно качественный продукт, божья роса, от которой не щиплют глазки у глубинного надиванного российского зрителя, а если слегка и пощипывают, то только в нужный момент, чтобы по команде слезка потекла. Это божья роса, прям вот продукт лучших росоделов. Тут такое богатство тонов и полутонов, такие шлейфовые ароматы мокрых тряпок, что зашатаешься. И в монохромно настроенные мозги российских зрителей входят как вода в сухую землю, поглаживая патриотические пупырышки, которые у российского патриота вырастают на нейронах, полностью нарушая причинно-следственные связи и заменяя их на беспричинную гордость, чувство превосходства на пустом месте, феноменальную уверенность в своих силах без малейшего повода. В общем, патриоту становится хорошо от самого осознания, что он россиянин. И в этом состоянии делай с ним что хошь. Хошь! Тяни в окопы на верную смерть, хошь трать отложенное ему на пенсию, хошь на соседей науськивай. Я ж говорю, средневековые алхимики лашпеты дремучие, а вот наш мастер-алхимик вечерний соло... не Соломон, а Соловей. Так вот он не просто так имеет звание мастера-алхимика. Его главный секрет — смелость и беспринципность. А ну и наглость, конечно же. А, чуть не забыл, еще каменное лицо. Для мастера божьей росы умение с каменным лицом нести несусветную чушь — это прям вот топчик. Ну, точнее, второе место нашего рейтинга. А трагедия в том, что реал-политик, как это модно называть на Западе, хотя на самом деле все лишь прагматизм и здравый смысл, навсегда покинули головы западной элиты. Владимир Владимирович так аккуратно сказал, что теперь такие странные граждане становятся во главе государств, у которых ни уровень образования, ни уровень культуры не позволяет им адекватно воспринимать окружающую реальность. Путин – образец уровня образования и уровня культуры. Мочить в сортире попа у кота, что там еще у него, резиновые попы и так далее и тому подобное. Все правительство Российской Федерации ботает по фене, включая министра иностранных дел. Культурное наше. Я заметил, что еще больше градус стал вот это, как это, популяризации во всех смыслах. То есть Владимир Владимирович сказал, и он же, и вот эта ссылка. Я помню, когда у нас были всякие проплаченные блогеры, которые при разных президентах, при разных правительствах, они должны были за деньги облизывать власть. Ну, грешили у нас почему-то. И вот у них почему-то была задача именно по имени-отчеству называть того, кого они облизали, сразу это выдавало, что он как бы работает на
персонажа за ней. А тут Владимир Владимирович сказал, почему вы не начинаете, в принципе, каждую программу Соловьева, не целуете икону Путина и не стоите под гимн Российской Федерации. Это мне непонятно, я бы задал этот вопрос. Я считаю, что недостаточный уровень патриотизма. Соловьев, он раненый на всю жизнь отобранными вилами на кома. То есть такого Запада-ненавистника он же просто уже себе нарисовал, как он там будет жить. Уже бы сейчас, наверное, жил там, ездил. Оттуда, может, какие-то эфиры вел. Ну, он уже себе назарабатывал. А вынужден орать на выдуманные немецкие слова какие-то. А вынужден играть в какого-то актера погорелого театра, там, эмоцию давать, драматургию. Да, поэтому, да. Конечно, он ненавидит, он страшно ненавидит Запад и Украину, потому что из-за Украины лишился вот этой недвижимости. Да, абсолютно верно. И на самом деле вот этот вот уровень культуры, который рыба сгнила с головы, да, и который Путин своими сортирами и своим всем остальным вниз ретранслировал, он же на самом деле коснулся всех, в том числе и пропагандонов со всей их совершенно замечательной риторикой. Мы бы с тобой с превеликим удовольствием в разговорах о них использовали высокие слова, какие-нибудь там термины, да, и не спускались до того, до чего вынуждены спуститься. Мы со скотами нужно разговаривать на их скотском языке, для того, чтобы они понимали, что обращаются именно к ним, как минимум понимали, что им хотят сказать. Так что, ребята, не вам о культуре-то говорить. Ну и, наконец, семейная мануфактура, которая работает, не покладая... Ну, давайте так, не покладая бронзбойтов, из которых тугие струи божьей росы бьют в глаза российским зрителям каждый божий день. По 2 часа, кстати. То есть, уже даже название — это первые капли росы, да, когда ты видишь 60 минут, но смотришь это шоу минимум 120 минут. А дальше поток такой, что у зрителя просто смывает здравый смысл. Конечно, как и любой массовой продукт, «Божья роса» от Скобеева и его иного мужа — это яркий, недвусмысленный вкус и аромат. Никаких нюансов, никаких тонкостей и шлейфов, бьет в нос сразу, без регистрации и СМС. Примерно как аромат общественного туалета на захолустной железнодорожной станции, далекой от столичного лоска, санитайзеров и автоматических сушилок для рук. Так сказать, просто, эффективно и незабываемо. Как дырка в полу. Потому-то, кстати, и побеждает в нашем рейтинге на этой неделе «Божья роса» от Скобеевой, так сказать, за незабываемый аромат отхожего места. Запах знакомый, потому близкий миллионам россиян, если точнее 30 миллионам россиян, согласно статистике, использующим выгребные ямы. Но ржущим над проектором, который тупые американцы устанавливают в унитаз. Нынешний президент США Байден и бывший президент США Трамп жестоко схлестнулись и сами в предвыборной гонке без чьей-либо помощи используют все доступные и недоступные методы борьбы, вплоть до откровенного троллинга ниже пояса. Трамп, например, в сувенирных лавках своих отелей продает мини-проекторы политические цели. Они создают голограмму с лицом Байдена в унитазе. Один из постояльцев уже поделился видео с работы этого гаджета. Ну, во-первых, в строках своего письма пока сам не увижу, не поверю. Но имеется в виду гаджет такой, они снятые кем-то в каком-то где-то месте, какой-то гаджет, который туда могли повесить 3 штучки, да, снять видео и забрать. Руководство магазина могло этого даже не заметить, да. Вопрос тут на самом деле в другом. В том, что ребята, да, они могут быть, конечно, комичные, они могут переходить какие-то черты. Это дело вкуса. Но, елки-палки, это выборы, на которых кандидаты предлагают не просто гадить друг другу на лицо, они предлагают свои решения накопившихся проблем, и эти решения отличаются друг от друга. Да, то есть это удивительно. Они говорят, смотрите, они между собой какую-то борьбу устроили. Это что? Это что, такие выборы? Что за дебильные выборы у них такие, что нужно оппонировать друг другу, даже иногда серыми и не очень белыми методами. Я не исключаю, кстати, что вот эти проекторы... Мне в свое время, когда еще
гонка была, Трамп еще участвовал в предвыборной гонке, мне привезли сувенирный пакет, мой знакомый из Соединенных Штатов, там были тоже всякие приколы, ну, не очень, но уже против Трампа такие, да. Там, говорят, там туалетная бумага, еще что-то, да, ну, да, в общем, да, да, да. Конечно, это может быть, там это распространено, они друг на друга начинают всякие обидные штуки, обидные мемы, обидные сувениры, все это нормально, искажают фразу Трампа постоянно, там, сделаем Америку великой снова, ну, в общем, это абсолютно нормально, но в отелях Трампа, да, там сувенирная лавка, она неважно в каком отеле, Трампа, не Трампа, и я уверен, что и демократические сувениры от демократов против Байдена, то вот такие, как мне привозили. Так да. Ничего там нет. Но это же новость для россиян. Сам факт, что и схлестнулись в борьбе Трамп и Байден. Капец! Как такое может быть, да? Мы можем спорить о стилистике. Она может нам нравиться, может не нравиться. Нам с тобой может нравиться, условно говоря, изысканная и высокопарная полемика между кандидатами, да, серьезная, аналитическая. Народу нравятся вот такие вот гэги какие-то. Они борются между собой. Они предлагают обществу разные пути развития. И общество выбирает, какие пути развития ему больше подходят. И происходит это развитие. В конце концов, Обама-кэр был принят Обамой. Там, при Трампе были изменены налоги в пользу крупного капитала. При Байдене в пользу среднего капитала. И так далее. Это жизнь. Это движение. Потому что когда мы называем вас живущими на болотах, мы имеем в виду не только вот эту историческую легенду о том, что когда в Киеве уже были золотые купола на церквях, на месте Москвы еще болота были, жабы квакали и комары летали. Мы говорим еще и о том, что ваша жизнь болотная, недвижимая, затхлая. Да, просто я думаю, что сидит Путин и думает, боже, ну как хорошо, что я правлю Россию, потому что, ну... Можно же одного просто не допустить, а другого убить. И да. Чего там они думают долго, какие-то дебаты и так далее. Поэтому они из той матрицы, они не поймут иную. Поэтому мы, конечно, со временем будем разбирать, как они к этому пришли, как разбирали в свое время поведение жителей Германии, как это нация такая высококультурная, давшая миру кучу талантливых музыкантов, живописцев там, и так далее, ученых. Как это они вдруг пришли к тому, что надо сжигать в печах людей? Вот точно так же и россияне будут раскаиваться, и будут имперцы. Но все это через какое-то время, то есть империя вот эта уже встала на путь своего распада. И те процессы, которые сейчас там происходят, ищут виноватых, теракты, Путин не контролирует, что-то идет там не туда, не так. Переделят собственность в течение ближайшего времени. Собственность, межэтнические, межнациональные, межрелигиозные. Все это рано или поздно, я надеюсь, что рано, приведет к фрагментации вот этой огромного куска земли. Все это на самом деле, вот все вот это всего лишь движение болотных газов в середине болота, под болотами, да, вот это все эти вопли путинские, это всего лишь собака Баскервилей воет на болотах, а некоторые говорят, что смещаются пласты воды, да, как было у Конан Дойля. Но ничего не поменяется до тех пор, пока это болото не будет, хрен, сушено полностью. И вместо него вычищено, осушено, и вместо него, возможно, потом будет залито чистое озеро, или само заполнится чистое озеро с прозрачной водой. Но для этого все россияне должны это болото сначала своими руками осушить, потому что за вас этого никто делать не будет. Так и будете жить жабами. На этом все, ребят. Надеюсь, вы оцените наш сизифов труд по отбору всех этих образцов Божьей росы лайком под этим видео на YouTube. Ну а всех, у кого глаза залиты жидкостью характерного цвета и запаха, что, безусловно, влияет на способность видеть мир таким, какой он на самом деле есть, мы приглашаем в комментарии. Обязательно расскажите нам, как мы ошибаемся, как в России есть выборы, как интеллигентные ее руководители, как
мнению граждан прислушиваются чиновники и вообще, как Раисся в перде. Ждем с нетерпением. А сами тем временем снова будем закидывать пробирки в бесконечное и разливанное море божьей росы, в котором как дельфины плещутся всякие Скобеевы, Соловьевы, Норкины, Трушкины, Озаренки, Морданы и прочая живность. До следующей недели и следующего хит-парада «Лучшая пропагандистская пятерка».